Всем привет! Сегодня буду из кислой вишни, домашней вишни, варить компот. Вишню я промыла, перебрала и залила холодной водой, поставила на плиту. Вот мои ягодки уже все подвсплыли. Да, дам повариться им минут 10 и можно будет выключать. Ну вот мои ягодки уже сварились. Да, сейчас я выключу плиту. А для остроты вкуса у меня всегда в морозилке есть вот такие кубики. Это у меня перетертый лимон с имбирем. И я добавлю 4 вот таких, наверное, кубика. Да, ну это по желанию. А когда мой компот практически остынет, я добавлю туда мед. Можно добавить, конечно, сахар или подсластитель. Но я люблю больше с медом. Вот такой насыщенный цвет у меня кубики. Я уже сейчас закинула, дам им раствориться. И поставлю компот остывать. Слегка остывший компот добавляем столовую ложку меда, все еще раз перемешиваем и переливаем в графин. Вот такой красивый ароматный компот у меня получился. Очень витаминный, очень полезный. Полезный для фигуры, для здоровья, для иммунитета. И желаю вам всем хорошего лета!